По количеству олимпийских медалей в нынешних играх в Лондоне Россия поднялась на 4-е место. Существенно пополнили копилку сборной страны спортсмены-выходцы Северного Кавказа. Наш регион – родина почти 60 олимпийских чемпионов и 200 чемпионов мира в разных видах спорта. Такими достижениями может похвастаться не то, что не каждый регион, но и далеко не каждая страна. Это заявление первого заместителя гендиректора курортов Северного Кавказа Ислама Назаралиева на днях прозвучало в Лондоне. А очень скоро Северокавказский регион станет еще и центром притяжения для туристов из многих стран, добавил он, представляя на вечере «Визит Россия» проект строительства туркластера на юге страны. При этом Назаралиев подчеркнул, что речь не только о Сочи. Российский Кавказ – это самые высокие и самые неизведанные вершины Европы. Береговые линии двух морей – Черного и Каспийского. Самобытная культура около 100 народов, цитирует Назаралиева информагентство «Вестник Кавказа». Представитель госкорпорации КСК рассказал главным редакторам ведущих британских и зарубежных СМИ, а также представителям Международного олимпийского движения о строительстве комплекса горнолыжных курортов вдоль всего главного Кавказского хребта, а также пляжных и бальнеологических зон отдыха мирового уровня по береговой линии. Кроме того, в компании считают, что развитие туркластера наряду с олимпийскими объектами в Сочи предоставит российским спортсменам новые площадки для тренировок, а это, в свою очередь, даст возможность достичь новой вершины в мировом спорте.